Добрый день! Добрый день, гости и подписчики моего канала! Вы на канале «Диабет и не только». Если вам нужен бюджетный мешочек для обуви, тогда оставайтесь со мной и смотрите это видео. Еще немаловажное преимущество этого мешочка – он не требует стирки. Протерли влажной салфеткой и вуаля, пользуйтесь дальше. Он сэкономит не только деньги, но и ваше время. Для изготовления этого мешочка мне понадобились два небольших кусочка ткани, молния, лента для ручек, пластмассовая фурнитура. Еще я купила самый плотный пакет для обычных покупок. Вот из него я и решила сделать мешочек для обуви. Для начала я отрезала ручки от пакета, срезала низ и лицевую сторону пакета разрезала вдоль пополам. Затем взяла молнию, померила нужную длину и укоротила на 4 см. Лишнее отрезала и на оба конца молнии пришила из подготовленной ткани концевики. Вот так у меня получилось. Дальше эту молнию нужно встрочить в продольный разрез на лицевой стороне. Готово! Теперь отрезаем от ленты для ручек 2 отрезка по 5 см. Вставляем фурнитуру и крепим на концевики молнии. Отрезаем ленту нужной длины для ручки и при помощи булавок крепим к верхней части. Теперь нужно вывернуть наизнанку, сложить, чтобы центры совпадали, и заложить складки для объема с каждой стороны. Фиксируем булавками и прокладываем строчку с верхней и нижней стороны. Для прочности я подложила корсажную ленту. Осталось вывернуть мешочек на лицевую сторону. И все готово. Можно пользоваться. Вот такой бюджетный мешок для обуви можно шить своими руками. Сделать это несложно, а использовать можно для школы, для спорта или для хранения обуви. Если моя идея вам понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео!